Начальника управления федеральной службы в регионе губернатору представил первый заместитель командующего Южным округом войск Росгвардии Евгений Меркушин. Раньше именно он возглавлял краевое ведомство. Бывшего руководителя службы Вениамин Кондратьев поблагодарил за эффективную работу, а Георгию Медоеву пожелал успехов в непростом труде. Евгений Александрович, максимально я хочу сказать слова огромной благодарности за неустанное служение, где-то без выходных, когда на самом деле мероприятия у нас проходят. Это кропотливая, очень напряженная работа, но она имеет свой результат. А результат – это стабильность. Важно сохранить стабильность, а значит сохранить преемственность. Край очень мощный, сильный, развивающийся, динамичный. Любой город нашего региона насыщен графиком каких-то событийных мероприятий, притом различного уровня, в том числе и международных. Поэтому здесь наша с вами задача – создать условия и обеспечить, что касается непосредственно вас, безопасность этих мероприятий на высочайшем уровне. Георгий Владимирович уже имеет опыт таких мероприятий. Он был начальником штаба такого же управления в Москве. Опыт он имеет. Я думаю, что позиция и главное командование войск не ошиблась в выборе данного генерала. Я думаю, что и дальше мы будем только приумножать и наши традиции совместно с вами работать. И я думаю, что мы вас не подведем. Важно, чтобы Росгвардия и дальше оставалась гарантом спокойствия для жителей и гостей Кубани, отметил губернатор. Впереди край ожидает масса различных мероприятий. От празднования начала учебного года до международных встреч и саммитов. И здесь важно обеспечить правопорядок в целом по региону.